Гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок» в Орле проведут еще раз в этом году. Из-за дождливой погоды второй день мероприятия перенесли. Дату организаторы озвучат чуть позже. Первый день, напомним, прошел на площадке ТМК «Грин», собрав сотни орловчан. Наибольшей популярностью пользовались мастер-классы австрийского шеф-повара. Интерес к нашему фестивалю все увеличивается и расширяется непосредственно возрастная категория граждан. Это молодое поколение, которые хотят посмотреть изготовление блюд. Это поучаствовать они в конкурсах хотят. В прошлом году было очень малое количество конкурсантов. В этом году уже увеличилось двое. То есть наш праздник говорит о том, что интересуются люди не только историко-культурными традициями, но и гастрономическими пристрастиями. В субботу орловчане успели отведать штрудель из фруктов и ягод, филе свинины, фаршированное лисичками с соусом из красного перца. Отдельный интерес вызвал мастер-класс по карвингу – искусству рисования на фруктах и овощах. Искусство зародилось достаточно давно, зародилось оно в Таиланде. Существует много легенд о мире, как оно появилось, но многие склоняются к тому, что оно произошло от еще более древних искусств, таких как резьба по камню, по дереву. А в Таиланде, где очень большое разнообразие овощей и фруктов, они очень хорошего качества, в принципе, это стало логично. Таким образом, это искусство зародилось и потихонечку начало распространяться по всему миру. Лучших наградили памятными подарками и сертификатами.